Она создала музыку, которая изменила ход казахской музыкальной истории и вдохновила своим примером многочисленных последователей. Ее по праву можно назвать лидером композиторской школы Казахстана. Научный публицист, педагог и общественный деятель Газиза Жубанова – выдающийся композитор. Именно музыка увековечила ее имя в памяти миллионов. Самый главный учитель. Он высоко чтил память великого музыканта и композитора Курмангазы и хотел написать о нем оперу. Он до последних своих дней собирал материалы о жизни и творчестве знаменитого Киши, написал о нем несколько книг. Моим дочерним долгом было создать то, что не успел сделать отец. Не первое мое знакомство с Газизой Ахметовной. Конечно, это было через ее оперу. Она там меня уже, видимо, знала с 1947-1948 года. Вот. И когда я с ней познакомилась, мы с ней больше не расставались. Можно сказать, до последнего дня мы с ней были очень близкими и друзьями, можно сказать. Потому что, с одной стороны, я очень благодарна этой семье, потому что кто меня, значит, принял в консерваторию с 7-классным образованием в консерватории, это был Ахмет Куан Жубанов. А с Газизой Ахметовной вот так вот у нас были такие хорошие отношения. Она написала оперу «Еңлікебек». Вы представляете, у нас только был певцов, а справилась с этим спектаклем только я одна. Юная Газиза написала сочинение на тему «Кем я буду». В нем она уверенно заявила, что станет композитором. Ее мечта не вписывалась в стандартный набор профессий, о которых грезили ее одноклассники. И все же, несмотря на нежный возраст, Газиза Жубанова приняла твердое решение и следовала своей цели неукоснительно. Так, после окончания школы, она поступила в музыкальное училище имени Гнесиных в Москве, а затем закончила с отличием Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. Московской консерватории большое влияние оказали корифеи музыки 20 века Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян. Особенно хочется подчеркнуть воздействие на становление моей творческой личности Юрия Александровича Шапорина, выдающегося композитора и обаятельного, доброго человека. Для меня Шапорин – это образец учителя с большой буквы. Это педагог, который для нас, его учеников, был и отцом, и старшим коллегой, и другом. Студенты Московской консерватории, цвет молодежи союзных республик, музыкой были увлечены страстно до полного самозабвения. Они с головой погружались в процесс обучения, а когда появлялось свободное время, разделяли его с друзьями из землячества. Эти встречи были отдушиной для молодых людей, оказавшихся вдали от родителей и родной земли. В одной из таких вечеров встретились взгляды двух ярких, талантливых личностей. И эта встреча связала их судьбы навсегда. Мне кажется, ему сразу понравилась эта вот беленькая, голубоглазая женщина, как он писал, и как он сказал ее имя, Газиза.
А маме, мне кажется, в нем понравилась именно такая страстность, такая вот необузданность. И, естественно, она увидела, услышала в нем, конечно, талант, большой талант, который в будущем, естественно, он реализовался. И во многом тоже благодаря ей, конечно. Это был крепкий союз людей одной сути, про таких говорят, сделано из одного теста. Они понимали друг друга с полуслова. В соединении успешного режиссера и гениального композитора могли родиться только творческие дети. И каждый из них отличался особым талантом. Дочери Дина и Алия – известные музыканты. Старший сын Альби стал продолжителем композиторской династии и известен по работам в кинематографе. Он написал музыку для спектаклей, а также камерные и симфонические произведения. Лишь младший сын Адай не избрал для себя музыкальную долю. Он пошел учиться на филолога, а позже получил экономическое образование. Я хотел бы сказать о той любви, которая определяет творческое вдохновение, творческий посыл, творческое взаимодействие. И самое главное, что именно эта любовь, она может продолжаться практически бесконечно. Они почерпнули из вот этого совместного творчества огромное вдохновение. Ведь они заряжали друг друга именно тем, что они видели, можно сказать, перспективу развития. Алиби был учеником своей талантливой мамы, а затем сам с успехом преподавал в консерватории. Но, к сожалению, многих ушел из жизни в возрасте 57 лет, пережив мать на 25 лет. Сегодня эстафету композиторской династии Жубановых продолжает внучка Газизы Жубановой Карина Измайлова. Конечно, тебя встречают и говорят: о, да ты там вот внучка, там, и как бы все с такими милыми улыбками. А с другой стороны, это огромная ответственность, которая на тебя с детства давит. И вот все равно, ну, один дирижер мне сказал: художник должен быть свободен. Мне кажется, это очень правильные слова, что надо немножко все равно вот отойти и, ну, делать свое, искать свой путь, творить там свое искусство, и чтобы тебя любили и ценили за то, что ты такой. И тогда ты будешь гордостью вот своей семьи. В 1962 году совершенно неожиданно поступает предложение стать председателем Союза композиторов. Жубанова отказывается, ведь для нее первостепенным, если не единственным делом жизни, всегда была музыка. Не административными вопросами она хотела заниматься, а писать музыку и творить в ночи шедевры. Это была ее страсть, то, без чего она не могла существовать. И все же позже она будет вынуждена согласиться. Так начнется новая глава ее жизни, в которой она уверенно возьмет в свои руки факел, чтобы осветить дорогу в мировое искусство для всей творческой молодежи Казахстана. Мы сейчас находимся в Мемориальном музее Ахмета и Газизы Жубановых при Центральном государственном музее Республики Казахстан. До 1968 года в этой квартире жил выдающийся деятель культуры, основоположник казахского профессионального музыкального искусства, академик, композитор, дирижер Ахмет Куанович Жубанов. После его ухода из жизни в этот дом переехала его дочь Газиза Ахметовна Жубанова со своей семьей. И хотя у них была возможность жить в более лучших условиях, в новых домах, она пожелала остаться здесь, в доме горячо любимого ее отца. Она бережно хранила его архивы и мечтала, чтобы в будущем здесь был основан музей. Ее мечту воплотил в жизнь ее супруг Азербайджан Мадеевич Памбетов. Я помню, как однажды бабушка собиралась идти работать в свой кабинет, писать музыку. Но мы со своей старшей сестрой задали ей вопрос. Нам было интересно, что за произведение «Ромео и Джульетта». Нам было тогда лет по 12, и в школьной программе мы это не проходили.
И бабушка, оставив все дела, села рядом с нами и рассказала нам эту повесть так, как будто бы она читает книгу, со всеми историческими сносками, названиями городов, персонажей. И настолько это было интересно и увлекательно, настолько она постаралась нам раскрыть сюжет, что прошло более 30 лет, а я до сих пор помню этот ее рассказ. И как она начала с пролога: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». В этом музее-квартире собраны уникальные экспонаты, рукописи, ноты, партитуры, раритетные книги, фотографии, отражающие жизнь и творчество, встречи с интересными людьми. Центральным предметом этого рабочего кабинета является рояль Ахмета Жубанова, на котором Ахмет Куаныч и Гайза Ахметова написали свои непревзойденные шедевры. Будучи на руководящем посту, Гайза Ахметовна не перестает писать музыку. Так, в мае 1966 года состоялась премьера ее балета «Легенда о белой птице», включающего два одноактных балета «Акканат» и «Хиросима». Это было счастливое время, расцвет всех ее талантов и возможностей. Но так часто бывает в жизни, вслед за радостью приходит грусть. Спустя год, в августе 66-го, начинается черная полоса. Отца Гайзы Жубановой, известного композитора, срочно оперируют. В октябре уходит из жизни ее мама, а спустя год и сам Ахмет Куанович. Гайза Ахметовна передает управление Союзом композиторов в другие руки. Нашлось много желающих попытать счастье в этом деле, и они мобилизовались в самый сложный момент жизни великого композитора. Ей же, уже познавшей горесть утраты близких, было уготовано еще одно испытание – потеря ребенка. Мальчика назвали в честь известного дедушки Ахмета Жубанова Аханом. Он был пятым ребенком в семье, лебединой песней двух талантливых личностей, но ему было суждено прожить всего 3 года. И это, конечно, отразилось сильно на ее творчестве. То есть до этого момента у нее музыка была такая радостная, такая вся добрая, такая прямо, вот, как сказать, нежная. А вот после этой трагедии в ней уже стали появляться такие надрывные нотки. Она не могла пережить, ну, как любая мать, просто не могла пережить. Спасти от падения в пропасть горе ее могла только музыка. В ночи, вдали от любопытных взглядов, она разоблачала, оголяла душу, откровенно растворялась в любимых звуках. Музыка стала ее молитвой. Она становилась еще чувственнее и притягательней. Она очаровывала, будоражила разум, пленяла. И всякий юный композитор, слыша композиции того периода жизни Гайзы Жубановой, испытывал непреодолимую жажду учиться у нее. С 1975 года Гайза Ахметовна в течение 12 лет являлась ректором Алматинской государственной консерватории. И именно на эти годы пришелся расцвет этого творческого вуза. Она проделала колоссальную работу. Я помню, как вечерами она садилась у телефона, открывала свою голубенькую записную книжку, куда-то звонила, за кого-то просила, об общежитии для молодых преподавателей, просила материальной помощи для студентов из малоимущих семей, просила отправить на стажировку молодые перспективные кадры в Москву на длительный срок. И эти старинные стены видели, образно выражаясь, и помнят, как много было сделано, и чтобы консерватория пришла к тому уровню культуры, который мы имеем сегодня. Гайза Ахметовна сказала такие слова: или быть композитором хорошим, или вообще не начинайте, зачем? Это, наверное, ключ в свое сердце, наверное, думал. Она к нам в школу приходит, говорит, когда увидимся где-то, что у нее вот палец, вот где-то держит карандаш, у нее изолентами будет вот так наматано. Изолента, обыкновенная. Или здесь, да, по-моему. Как карандаш? Вот так, по-моему, вот так. Я думаю, почему?
Она никогда не говорила, постоянно. Оказывается, когда тогда руками писали партитуру, партитура целую ноту пишет, карандашом тем более. Когда карандашом пишешь, или здесь заболит, или мозоль, наверное, до крови доходит, наверное. Уже истощается кожа. И поэтому она изолентом постоянно ходит. Вот до того, как надо работать. Газиахметов – это тот человек, который определил мою судьбу. Со мной одновременно поступала Ахтута Раимкулова. Мы были сокурсницами. И Газиахметов говорит: «Ой, сразу две девочки! Я не люблю брать девочек в класс». Мы так, ну, почему как бы, да? Она отвечает: «Ну, потому что, говорит, они заканчивают, а потом уходят в семью, в какие-то такие другие заботы». Дети и все остальное. И они не пишут музыку, они уже им не до того. А, тем не менее, сама она, мама пятерых детей, она была в то время ректором консерватории. Еще она в Союзе композиторов тоже занимала там должность. И это все она успевала. И кто, как не она, была для нас примером. Самое главное, что Газиахметов для меня – это пример беззаветного служения искусству. Это человек, который, работая днем целый день до ночи в консерватории, принимая людей, решая их проблемы, возвращался домой, и она до 5-6 утра сидела и писала музыку. Утром опять на работу. Для нас, для ее студентов, это учитель с большой буквы. Это эталон и пример учителя, какой он может быть априори. Газиахметовна Жубанова была необычайно добрым человеком, целеустремленным, своим трудом, своей жизнью она показывала нам пример служения Родине, служение своему народу, своей профессии, своему призванию и, конечно, служению своей семье. Я же у нее много лет учился. Даже после окончания мы общались в Доме композиторов. Вот тогда я увидел ее работу. Как она работает? Работает титанически, просто я сказал бы, просто нереально. И потом мы ходили по своим коттеджам каждый, и я хотел, попытался тоже так же работать, но у меня что-то не получалось. Хотелось же выйти там, пойти в гости, поиграть в бильярд, все прочее. А у нее, видимо, была настолько целеустремленность и трудолюбие. Трудолюбие – это, я не знаю, на грани фантастики. Даже во время отпуска она продолжала писать. В одной из таких поездок Газиахметовна сильно простудилась. И эта, казалось бы, пустячная болезнь оказалась для нее затяжной. Уже 1993 год. Вот она лежала в больнице. Папа решил сделать ей такой подарок, чтобы у нее была надежда, что она от подарка денег, она выйдет из, значит, ну, из этой ситуации, из больницы. Вот. Мы решили купить ей какое-то модное пальто, я помню. Мы, значит, поехали, купили пальто, это привезли в больницу. У нее, конечно, глаза сразу загорелись. Конечно, она была очень счастлива. Это, ее взгляд был очень радостный. И потом мы зашли снова в палату. И как-то вот, я заметил, они смотрели друг на друга очень долго, вот, глаза в глаза. Я не знаю, может быть,
они о чем-то говорили, может, между собой. Может быть, что-то передавали, какие-то мысли. Может быть, прощались уже. Но даже болезнь и мрачная атмосфера клиники не изменили природу Газизы Ахметовны. Она продолжала писать музыку. Персонал пробовал запретить ей это, но она писала украдкой на полях газет. Музыка была для нее лекарством, воздухом, живительной влагой, смыслом жизни. За всю жизнь под влиянием этой страсти ею были записаны в общей сложности 3 оперы, 4 балета, 3 симфонии, 3 концерта, 6 ораторий, 5 кантат, свыше 30 произведений камерной музыки, песенные и хоровые сочинения, музыка к спектаклям и кинофильмам, обработки народных песен. Я был связан с Азербайджаном Мадиевичем Мамбетовым, с ее мужем, чисто производственными, творческими делами. И вот я однажды зашел к нему домой, и вот тут произошло наше знакомство. Вот, мы решили с Мамбетовым какие-то проблемы, и дальше, ну, я понимал, что такое Газиза. Я понимал, какая это мощная фигура. И я спросил ее: «Газиза Ахметовна, а что, если я у вас возьму интервью?» Думаю, говорит, пожалуйста. Но только, говорит, сейчас вот я занята, давайте через недельку, там, другую я освобожусь, и мы тогда не спеша. Я с удовольствием то, что вас интересует, я вам расскажу. Я нацелился уже на это интервью, но через неделю она ушла из жизни. По-моему, это Фолкнер сказал, что о масштабности, о значимости художественного замысла можно судить по той катастрофе, которую терпит художник, написав, осуществив этот замысел. Вот мне бы интересно было узнать, где она не смогла осуществиться, в чем, где так и осталась загадка, неразгаданная ею в музыке. Потому что самоочевидно, она несла в себе вот этот вот не микрокосмос, а макрокосмос. Ей были доступны таинства редчайшие в музыке, в творчестве. С ее уходом в мире музыки воцарилась пауза. Тишина абсолютная и безжалостная. Казалось, что она продлится вечно. Так могло было случиться с кем угодно, но жизнь самой Газизы Жубановой была неразрывно связана с ее наследием, личным творчеством, вкладом в развитие народной музыки в целом, покровительством над юными талантами. И все это тоже она. Во всем этом она продолжилась, стала тончайшим эфиром, который питает и вдохновляет все новые и новые поколения жить, мечтать и творить. В композиторском деле есть такое понятие, как люфтпауза – воздушная, короткая, звуковая запятая, которая знаменует начало нового периода. Музыка Газизы Жубановой оборвалась лишь на этот краткий миг, чтобы грянуть снова, обрушиться на нас яркими красками, радостью и любовью и звучать вечно.